Бермудський трикутник для дніпровського електротранспорту. Другий день поспіль у тому ж самому місці та у той же самий час лопається містичним чином скло тролейбуса. І зловмисників чи навіть групу не лякає те, що їх вже розшукує поліція. Напротив этого тролейбуса, напротив тролейбуса, старые заброшенные. Здравствуйте, можно, пожалуйста, все-таки прокомментировать, что произошло? Нет, пока, водитель. Пока нельзя. Девушка. Оп. Происходит второй день непонятные вещи. Так мы сами не знаем, откуда они эти вещи. Я троллейбусами ведаю, а не преступниками, понимаете? Ну, правильно, ну да, так прокомментируйте. Вот, пусть органы комментируют. Девушка, я не орган, я не буду комментировать. А какое стекло, покажи. Вызов, хулиганство, все.